Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забрали свои здесь награды ежедневные и поехали. Так, открыть колоду. Бесплатно, конечно же. Кто там у нас? Леонардо, я тут что-то подумал, что Джастин. Похоже была карточка. Так, здесь мы пройдем серию испытаний. Ага, все, ребят, мы уже переходим на второй круг. И это хорошо. Второй круг, потому что как только мы его проходим, забираем все награды. Ну что, нейтрализатор, сейчас будешь получать. Блин, мне надо было хильнуться. Ай-яй-яй, вот этой. Ладно, Лео, наверное, хильнет. Давай. У нас тут как раз немножко здоровье было покоцанное. Разорви его к чертовой бабушке. Дроном, ребят. Дроном по щам получил, нормально, да? Так, ну-ка, укус есть. Ну да, конечно же. Сам Шреддер классика выходит. Stand B. Давай сюда, рекламная пауза. Сейчас будешь получать от нас. Проникающий от Леонардо. Порчу часть здоровья просто вынес. И, блин, я думал, уже голову добьет. Я думал, уже голову хвостом все-таки добьет. А нифига не вышло. Ну, тут главная победа. Так, ну что, серию испытаний прошли. Забираем здесь награду. И пошли драться. В боях, которые, как говорится, не включают в себя именно сами поединки. Значит, нам нужно еще... Так, 6 было, 14 нужно, да? 8 получается. 8 кружек. Раз, два. Раз, два. Так, это третье. Четвертая, пятая, шестая, седьмая и последняя. Эть, не тут-то было. Да хорош, дай мне восьмую кружку-то. Да комиксы, всякая ерунда. Да ну, хорош. Вот она. Все, ребят, прокачиваем до четвертой ступени. Да ну, тут 8 надо будет этих шариков, 14 силовых ячеек крынгов, 10 3D-очков, вы серьезно? Чего так жестите-то? И поднять уровень персонажа. Ну что, на зэка хватит у нас? Хватает. Так, зэк, ребят, получает 83 уровень. Зэк получает 83 уровень, и мы... Так, давай-ка мы здесь, наверное, распетрушим все это дело. И мы переходим к арене. Сейчас, подожди секундочку, арена. Вначале пофармим. Маяк, ну, сейчас начнется, ребята. Маяк, ноутбук, доллары, осколки. Блин, да что вы мне кожу голову-то дай... Вот, Пит, хотя бы Пит. Слэш, ребята, Пит, слэш. А дайте еще Рокула. А Рокула вот не дали, ребят. Ладно, слэш Пит, это уже хорошо. Лучше вместо кожи голову мне дали бы Рокула, на самом деле. Так, а сколько у нас жетонов? Ну-ка, подожди секундочку. Хочу просто глянуть. Предметы. 385. Ребята, слэша у нас 83 ДНК. На Пита 30. На Рокула 42. Вот этих вот надо еще как-то успеть докачать. Было бы вообще топово, да, ребята? Рокстеди плюс... Блин, и Маузера, кстати, тоже, ребят, тут осталось-то шижда не шиша. Слушай, я тебе, знаешь, что скажу? Что совсем скоро, очень, ребята, скоро, может быть, пару месяцев, мне кажется, что мы всех прокачаем. Всех наших ребят уже прокачаем. Там останется только по скиллам пробежаться. Так что все очень даже хорошо идет. Ну что, турнирная арена, как ты видишь, Лига Мастеров, 83 ранг, 3 звездочки. Берем тогда так. Давай, наверное, возьмем Лео и Ин Армагона. У них же инициатива, по-моему, хорошая. Ну, по крайней мере, Армагон, по-моему, будет первым ходить, да?
Лео вторым. Классика жанра. Двоих сразу же скопытили, ребята. Фух. Что может быть круче или слаще, а, ребят, победа этой? Да ничего. А, нет, вру. Слаще может быть только топчик. Первое место. Ну что, продолжаем бомбить противников. Возьму кожеголового плюс Кренга. Кожеголовый и Кренг. Сладкая парочка. Ну, Кренг, по-моему, тут будет первый. Интересно, Кренг или Рафаэль будет ходить первым? Как думаешь? Кренг все-таки. Все-таки, ребята, Кренг. Давай бомби лучом своим. И двое-двое упало, да. Ну и кожеголовый тут на подхвате. Вот как-то так. Идеально. С 72 места мы переходим на 61. Так, Бакстер Стокман плюс Макмен. Подожди, Бакстер... А, Бакстер Стокман норм, это Ванька. Ванька у нас ходит последним, у него инициатива. Фигура, я думаю, блин, сейчас встрянем еще, нет, нет. Ну тут не забывай Хан. Угу. Опа. Ну, нате, угощайтесь. Ну тут понятно, он ничего сделать не может, потому что, ребята, слишком слабый уровень. От постепенки сейчас отдуплится. Вот и все. А если бы Хан, ребята, кого-то другого бомбил, он бы мог его уронить. Даже того же самого Майки или морзильную кошку. Но он начал атаковать сильного противника. Так, ровно 50-е место. Так, что предлагаешь? Я предлагаю вот этот отряд, наверное, разбомбить. Возьмем Донни, Майки, Рафа, Зека и Усаги. Сам не знаю, зачем я столько топовых бойцов взял в один отряд. Наверное, потому что почувствовал, что топовое место уже не за горами, и решил немножко выпендриться. Как бы мне этот выпендреж боком не встал. Ну, давай, Усагич. Красавец. Давай бомбочку. И ниндзевские звездочки. Тю-тю-тю. Как-то долго-долго мы тут возюкались. Практически каждый успел сделать ход. Да не практически, а каждый из успел сделать. Так, с полтинничка на 40-й, да? Угу. И остается 4, ребята, поединка. Так, Ванька. Так и вот так. Ну, на Ваньку, ребят, не обращайте внимания, потому что он все равно будет самым, наверное, последний ходить. И все успеют сходить, кроме Ваньки. Угу. Добил. Нет, не добил. Здравствуйте, Ваня, блин. Тебя вот не поймешь, то ты последний самый ходишь, что, извини меня, третьим после Рахзара. Что с ним не так? Как это вообще понимать? Так, ну что, ребят, по сути по всему, нам еще нужно три поединка сделать. Мне кажется, тут проблем вообще никаких не должно у нас возникнуть. Давай, наверное, возьмем Супер Шреддера и Тимати. Ну что, Супер Шреддер делает свои шипы, клинки. Потом кожеголовый, по идее, должен сходить, да? Или не будет ходить? Так, этот Винвиз, ну, понятное дело, это Микеланджело. Давай рубанем Донни, наверное. Теперь сделаем вот так. Блин, пробьешь? Красавчик. Ну что, добиваем, наверное? Да, блин. Железноголовый, ты что-то какой-то вообще... Что это забыл за детский такой удар? Это даже пощечиной не назвать. Так, погладил по щеке. 19-я позиция. Ну что, остатки роскоши у нас. Берем так... Возьмем Армагона.
У нас как раз три отката. Как сказать, тютелька в тютельку, как в прошлой серии. Точный, ребята, расчет. Ни больше, ни меньше. Лоб. И пробиваем. Ну вот, вот она. Сладкая победа. И тупое место сейчас будет. Так, ну что, 9-е, 10-е, какое там? 8-е. 8-е место мы заработали. Так, возьмем, наверное, вот эту вот команду. Армагон. Ну да, тут уже не обязательно там кого-то брать позади. Отыграем этими. Почему Карайка превратилась, блин, в такую противную змею, а? Офигеть спрашивать, почему Тимати превратился в такого уродца в бочке, в слизь? Ну, он даже не то, что превратился, его просто растворила эта слизь. Причем в некоторых экранизациях глаза, мозг и рот остался, а в некоторых у него даже череп еще остался. То есть полностью череп, глаза и рот. Так, ну что, вот, друзья мои, к чему мы бежали, туда и прибежали. Первое топовое место. Первое топовое место, и тут уже нам делать больше, в принципе-то, и нечего. Так, мутагена сколько у меня? Покажите, пожалуйста. Так, 19 тысяч. Очень много у нас ДНК лишних. Мне хватит Карайку прокачать на один уровень. Хватает. Пускай будет прокачана. И как-то надо будет уже браться за... А за кого нам надо будет браться? Фига у вас тут, ребята, ДНК накопилось. Блин, Леонардо, блин, тоже как-то вот надо прокачать. И Рафаэля видение. Очень много. И Хан просится. Они уже в платиновом ранге давным-давно у нас, ребят. Но мы их не прокачиваем. Но Зэк, по-моему, все равно, да? Давнее находится. Офигеть, сколько ДНК. Да, я... Сколько раз? 2, 3, 4, 5... 1 лям 145 806 сюрикенов накопилось уже. Я офигею. Ну что, друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.
Так, ребят, я посмотрел рекламу, но почему-то она не засчиталась и пишет, что нет новых материалов, попробуйте позже. Ну что, тогда я предлагаю закончить на сегодня серию и, возможно, вечером зайти и... Тут как раз у нас обновятся события, да? А задания ежедневные уже останутся эти до завтрашнего дня, так что мы можем успеть их доделать, ну и плюс новые события допройти. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.